Понедельник знаменуется тем, что за выходные, как обычно, приезжает много автомобилей, разрулить мы их в понедельник все не успеваем. Поэтому показываем всем скопом. Итак, 5 машин, которые только приехали к нам в автохаус и только-только были поданы на сайт. Ссылка, кстати, в профиле. По-своему легендарный автомобиль, потому что 1.9 дизель фольксвагеновский вошел в легенды, в притцы во языцах. Это Volkswagen Touran 2007 года. 12 лет в одних руках, 6-ступенчатая механика, рабочая вибаста, идеальное состояние по кузову. А что еще нужно? Салон чистый, аккуратный, это видно. Новый аккумулятор, все узлы держат, автомобиль без нареканий абсолютно, и даже завезли в парковку. В этом доме вдвоем тишина, ты и я. Ветер песню поет под оркестр сентября. А по окнам стучит, обижается дом. Господа, взять француза прямо из Франции, C-класс, в идеальном состоянии, в прекрасном сине-перламутровом цвете и на не менее обалденном реношном 1.5 дизеле. А этот дизель, напоминаю, с ремным приводом ГРМ. Пробег прям детский, 132 тысячи. В салоне просто рай земной, ты посмотри, комбинированная кожа. Все есть, все, что нужно, комплектация обалденная. Причем этот миганчик у нас в универсале, места много, все как мы любим. Он ревнует тебя с лицом, ну и что? С лицом, ну и что? С лицом, ну и что? Невероятно, но факт, рекорды пребывания в одних руках продолжает Volkswagen Jetta. 2008 год, заметьте, это 1.6 бензин и на автомате. 10 лет было у одного хозяина, и вот хочет обрести нового. Кузов без коррозии, без вмятин, без сколов. Салон, ну, я б тут жил, честно, ты посмотри, как чисто, аккуратно. Но автомат это отдельный, как я хочу назад вернуться на автомат. Ручка на BMW меня что-то уже поддоставать начала. Обратите внимание. Не бойся, не бойся, не бойся, ведь я не отдам тебе никому. И пусть не надеется. Гордость нашего автохауса Toyota затюнингованная. Ты посмотри, какие диски, какие тебе тут суппорта, да, сзади спойлер, по бокам накладки порога, здесь тебе красиво тоже. Toyota Sport. Обзор, кстати, на нее уже есть, можете глянуть. Кайф данного автомобиля, что он находился в руках человека, который связан с автосто и с автомеханикой, соответственно, состояние здесь близко к идеальному. Валит, смотрится, мне нравится. Самое вкусное и сладкое у нас осталось наконец. Ребята, легенда тут уже, я не преувеличиваю. Смотрите, 18 лет в одних руках, всего лишь менее чем за 3 косаря. Можно взять Volkswagen Golf, вот этот вот, 93-го года 1.8, ну считай в идеале. Я такого гольфа вообще никогда не видел, а в универсале таких годов это в принципе редкость. Ездил дедушка, приехал к нам на обмен мы показывали, и вот автомобиль остался у нас. Ну блин, ребят, я вот просто как раритет посмотреть, придите, вы посмотрите, как у него сохран какой, а? Думаете только кузовом, нет, салон глянь. Он когда выезжал в Германии с автосалона в 93-м году, он так не блестел, ты посмотри. Какая девственная чистота тут. Ой-ё. Обязательно посмотрите. За окнами прячется осень, а я не боюсь. Тихо шепчешь ты мне, вспоминая весну. Сходит дождик с ума, помни дождик страну. Это не все наши поступления. На остальные 3 машины или 4, сколько их там, обзор будет сегодня же. Приезжайте, смотрите, выбирайте. Вот эти экспонаты однозначно долго здесь не задержатся.